Знаменитая табличка «Руки Джона Леннона. Мир в постели» станет одним из основных лотов предстоящего аукциона «Кристис» в Лондоне. Джон и его жена Йоко Оно использовали плакат в 1969 году в Монреале для протестной акции «В постель ради мира». Лот должен принести около 160 тысяч долларов. Плакат не единственный лот, относящийся к ливерпульской четверке. У нас есть письмо, написанное Полом Маккартни от руки в самом начале карьеры. Письмо нашлось совсем недавно. Пол написал его в ответ на объявление в местной ливерпульской газете «Эхо». В нем сэр Пол приглашает на прослушивание в группу «Битлз» ударника. Это было еще до первого визита коллектива в Гамбург. Среди других лотов аукциона – гитара лидера группы The Who Пита Таунсенда, костюм легенды панк-рока Сида Вишеса. Это очень нарядный черный костюм, в котором Сид посетил одно из судебных заседаний в 1978 году. Костюм, прямо скажем, не для панк-рока, но он показывает, что в случае необходимости Сид мог приодеться. На процессы, связанные с наркотиками и смертью Нэнси Спанжен, Сид являлся в презентабельном виде.